Thank you.
По-моему, это Синглер. Да, Синглер по 25 номеру. Как дают бросить спокойно, без сопротивления гостям наши игроки. Последняя минута меж тем идет. 3 секунды на атаку еще у Енисея. Уайт почти сиреной бросает. Енисея, смогу признать, но Куперу нужна была передышка. Вейдеман пошел в проход. Кольцо не попал, фола там не было. Быстрый отрыв Енисея. Но превращаем мы его в позиционную атаку. Уайт смотрит на кольцо, бросает со средней. Второй точит. Проваливается мяч в кольцо. 30-29. Одно очко преимущество Енисея. Быстро Сергеев бежит в отрыв. На Комаровского дает. Комаровский не стал за трехочковый бросать. Уайт решается на дальний бросок и попадает. 49-44. 3,5 минуты сыграли, но наконец-то. Экватор третьей четверти миновал. 4:50 до сирены. Уайт. Ну вот, летит Уайт. Глянешь на вот этот промах. Одной ногой Калиф уже в победе. 55-83, 8 очков. Но посмотрите, это может обескуражить сейчас гостей. Забивай! Молодец! Начинал, кстати, свою карьеру как защитник, сейчас форвард. Перехват Енисея, быстрый отрыв и... Астаналықтардың добы, өкінішке орай түскен жоқ себетке. Уайт, өте дәл, өте тамаша. А мұсылман жігіт Рашид Махалбасич, Джерри Джонсонның үші байлады мүмкіндігі, бірақ қиыс кетті. Қарымта шабуыл, Уайт бастады. Уайт Куперге, Купер қайтадан қапталға Уайтқа. Уайт тастады және үші пай. Өте керек. В корзину. 14-19.
Минус 5 пока. Минута и 53 до завершения первой четверти. Және соңғы минутта Астана баскетбол командасы соңғы 3 минут қалған кезде 3 ұпай айырмашылығымен алаңға алға шығып отыр. Донел Купер, Терека Уайтқа пас. Уайт. Уайт 3 ұпайлық алып кетті бұл жерде. Өте тамаша. Тіпті алыстан лақтырған болатын. Ну и сравнял он счет. Джонсон в отрыв один. И не попадает в кольцо. Досадно. Очень перспективная, хорошая атака. Не завершилась результативно. И тут же тоже, конечно, может. Проход под кольцо. Отдал хорошую передачу. И опять неудачно завершилась атака Астаны. И быстрый ответ, в котором Терек. Итак, начался второй тайм. Вторая половина, третья четверть матча Астана-Енисей. 43-40 хозяева выигрывают. Вот атака. Арсенсдар, көбінесе Лукша Андрич, Рашид Махалбасич, өте нәтижелі болып көрінеді. Олар шабулшылар, олар шабулды соңына жеткізіп жатады көп жағдайда. Бірақ негізі соңғы үш ойынға қарасаңыздар, біздің командадағы нәтижелі баскетболшылардың қатарында осы Джейкоб Ван Браун бар. Өйткені бұл баскетболшы өзінің бойы онсыз да 2 метрден асады. Соның үстіне өте тамаша секіргіш қабілеті бар. Шабул соңына дейін жетпей жатыр қазір. Допқа талас. Купер. Тамаша пас және Уайт. Астай салған болатын. Үш ұпайлық ала салатын әдеті болушы еді бұл баскетболшының. Бірақ бұл жолы қате кетті. Қиыс кетті оның добы. Өз ойын таба алмай жүр десек болатын мәділе. Бірінші кезеңде өте нәтижелі өнер көрсеткен болатын. Работал Лукша Андрич. Забил. Но счет 58-66. Не в пользу Астаны. И трехочковый Терека Уайта. Енисей шабулда. Калатес кедергі келтірмек болған және 3 ұпай. Тағы да Уайт. Уайт бүгін... Ой, это второе командное замечание. Купер. Якович против него защищается достаточно неплохо. Уайт из-за трехочковой бросает и попадает. Первая трехочковая. Робинсон возвращается на площадку и прессингует он вышедшего Вячеслава Зайцева под 41 номером у Енисея. И Павел Сергеев сейчас с мячом под 10 номером. И еще один игрок, который со скамейки сегодня начал игру. Сергеев хорошей передачей нашел Уайда. Уайт вроде бы... Второй точен также Джеральд Робинсон. 16-16 вновь сравнивается счет. Вот я вам говорил, 4 очка это совершенно не показатель. А был даже отрыв 6 очков. Но вот нагнали сейчас лучше нашу команду. Не стал бросать по кольцу Рашад Уайт. Позиционная атака у Енисея. И время-то уже поджимает. 3 секунды на бросок. Бросает Рашад Уайт. 15 очков на счету Павла Сергеева. Он начал вторую половину на скамейке. У нас стартовая пятерка на площадке. Рашард Уайт трехочковый. Попадает сюда Яковичса. Купер не любит такую плотную опеку. Уайт. Вместо Закиса Бамба Фол вышел на площадку. Берет подбор Уайт и бежит Енисей в нападение. Не быстрое. Сам Уайт пошел под кольцо, к
играют Петерсон. Первое персональное замечание и первое же командное. Енисей атаку свою начинает. Обозначил проход под кольцо Купер и отпасовывал на Колесникова. Киканович. Колесников совершенно был один, не попал, но кольцо этот мяч после броска Майки Даунса. 22-22 равенство. Ну, в общем-то, равенство на площадке. Пока отдать сложно, кому-то предпочтение. Пока быстрый баскетбол мы видим. Шарвает из-за трехочкового. Уайт. Трибуны активизировались. Уайт пошел под кольцо. Попадает. Peale ei käi ja ilusti nüüd riputatakse Whiteile. Ka see kord. Ja White sai sise lauapalli ja Cooperi kaudu taas Jenisei rünnakule tuleb. Ja arvete tihedalt seal Whiteile peale käimas. Aga läheb nüüd White kohe kolmesele. Aga kaitses tuleb Kalevil mängida, kui tahetakse veel siin järgi tulla ja nüüd White üle Elegari käe. Novic tulevad, Sergeev sõidab Jakovenkole ja White on täiesti vaba. Nüüd Kalevi õnneks mööda, kuid lauda me ei saa ja lõpuks 2 plus mööda. Seal päris korralikult anti keha ka. Kuid Jenisseil sellised visked täna kukuvad, Kalevil mitte. White Jakovenkoga seal kokku mängimas jääb nüüd keedus White'i peale. Ja ameeriklane väga osavalt lahti. Ja Sergeev nüüd rahulikult toob palli üle Whiteile. Arvet tema vastas ja White läheb üle arveti panema. Ja Singler seal nüüd Whitei vastas. Whiteil paar põrgatust vise teele ning nüüd ei suudame ka lauas blokeerida. Ja White teeb torbekul ära, aga tuleb Elegari. Руки нашего высокого бросает Фриман, не попадает по кольцу. Пока не могут команды набрать ни одного очка. И вот эти убежал, просто убежал от Комаровского. Преследовал его Андрей, но догнать не смог. Канович. Купер. 10 секунд на бросок. Купер смотрит, кому сделать передачу. Отдает Уайту. Уайт трехсекундную проходит. И Кудрявцев пятый фол зарабатывает. Ходит вперед. Впервые с первой четверти. 81-80. Ликвидировали 14-очковое отставание белорусы. Там вместе с командой защищается. Уже выбежал на площадку Игорь Грищук. Уайт. Ай-яй-яй, не донес. Уайт. Не попадает, но берет подбор. И все-таки точен.
иногда судьи, они... Человек споткнулся, игрок, или поскользнулся. Иногда, да, расценивают это как фол, как персональное замечание. Счетчик 24 секунд обнулен. Ну, сейчас... Атака в Енисея. Под кольцо. Не стал сверху. Забьют тебе. Футбольное вот правило опять это двоечка. Действует. А вот сейчас неплохо тут. Джон, а это Купер на перехвате. Ой, как хорошо. Отличный парад. В лучших позициях по очкам сегодняшний матч. Ну, а по результативным передачам, мне кажется, Купер... Вот, статистики, посмотри. Ну, наверное. Вернулся еще и на площадку Колесников. Бросать нужно 5 секунд. Бросает Уайт, нападает на исходе Владимира. Попал. 57-50. По-прежнему летит, летит. Летят трюники у игроков Байфа. Не оказываем мы должного сопротивления на периметре сейчас финнам. Ну и здорово, что ответил Уайт. Совсем удача отворачивается от финских игроков. Казалось бы, ну что здесь, уже мячу некуда деваться, а он совсем не туда свалился с кольца. Уайт. Ну, полетело. Полетело, наконец-то. Уайт. Промахнулся. Уайт посмотрел так удивленно. То ли на соперника, то ли на партнера. Партнером этим был Пирович. Ой, как здорово! Ну как это красиво! Также замена команды Енисей, первый на площадке Александр Павлов, номер 24. Фирма 6 минут веб команд зиме, он прессинг сел. Но претеяс лаукум пуст, эсам яун команд, ва виси варам скрет, тапец мерик варам сайк прессинг вис 40 минут. Дев пункта шоу, отра лаукум га. Bet redzam, ka pietrūk šie centimetri. Būtiņš savu centimetru 7-8 garāks, es ticamāk būtu ielicis Bungrozāna augšu pārpret spēlētājiem. Tas īsti neizdevās. Redzam, 8. kļūda rīzniekiem šajā cīņā. Pretiniekiem 7. Šajā līmenī neviens neko mums nedos. Ja es cīnu, uzvaras būs pašiem. Un bija pa šogad vektomans modeli. Jā, tīm varbūt nevarēs palīdzēt, bet vairāk spēlēs. Mareks Mējers iespējams viņa pozīcijā. Un Mareks jau šī spēle sākumā pierāda, ka varbūt ļoti labs palīgs. Vaits no tālās distances precīzi un paliek tikai blūši. Metien pozīcijā Mējers atbūt ar rīvu pūstālo. Un vēl esam iekustinājuši mūsu komandas uzbrukumu. Ja, nu, Kūpers parāda savus talantus pilnībā. 10 piespēles šajā mačā. Pierunāja Lūk arī vien.